Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые братья и сестры, Джума мубарак болсын. Такой благословенный день. Хотелось бы немножко сказать и призвать прежде всего себя и всех остальных, и как можно больше бизнесменов к тому, что делает сейчас Иордан. В них проходит благотворительная акция «Дорога жизни», доставка на дом малоимущим. И хотелось бы призвать всех вас к тому, чтобы мы были вместе, мы вместе творили добро. Излучайте миролюбие, и все у вас будет хорошо, мирно, благополучно. Ведь и улыбка – это тоже садака –